издевательство над УАЗиком. Хотя это и не издевательство над УАЗиком. Он даже не сел. Какой был, такой остался. Ну, куба полтора-два загрузил. Я так думаю. Издевательства над УАЗиком продолжаются. Ну как издевательство, ему даже, смотрю, и не тяжело, ни капельки. Обычная стихия. Ворона берет черствый хлеб, несет, мочит в воде, а потом только ест. Улетела. На, поснимай, уже снимаю. Дерево хочу. Прикол в том, что это не сон.
Да. Ну что, вкусно? Теперь испытание прицепа с грузом по бездорожью. Точнее, ворот. Прицеп уже 200 раз испытывали. А вот ворота варили полуавтоматом, блин. Хотя я им купил электроды. Две пачки. Красивая тетя.